Вот они, мои любимцы. Сейчас буду пользоваться всем. Все попробую обязательно. И потом вам расскажу. Блин, как мне нравится, всегда вот какие-то новинки появляются. Сразу так охота все попробовать. Блин. Да, и все-таки я решила сделать маникюр и педикюр. В общем, с новыми лаками от Look. Для педикюра я буду использовать вот такой вот лак. Для маникюра я буду использовать вот такое вот средство. То, что я показывала вам ранее, это обычное такое покрытие с эффектом французского маникюра. Ногти, в принципе, там подстриженные, короткие, но кутикула уже такая вот сухая, нужно ее отодвинуть, и сейчас я этим займусь. Вот, чтобы было понятно, вот так вот выглядит, в принципе, мой маникюр, мои ногти без какого-либо покрытия. Ну, вот так вот выглядит с этим средством, такой вот молочный оттенок, такие аккуратные сразу становятся ноготки. Мне кажется, в принципе, вполне достаточно даже одного слоя. Я не добавляла на камере ни баланс белого, ничего. Вот как до этого снимала, такое же освещение было. В принципе, такое же оно и осталось. Эффект, конечно, таких вот ухоженных ноготков виден сразу. Не знала, как показать педикюр, то свет не тот, то еще что-нибудь не так. В общем, показываю вот так вот. В общем, мне, в принципе, нравится. Вот так вот выглядит. Он, конечно, такой прям темноватый. Смазала их тоже вот этим новым кремом. Смотрю фильм, нашла фильм ужасов, называется, по-моему, «Институт Атикус», что-то такое, не знаю, кто смотрел, скажите, как вам впечатление. Начала смотреть «Пена дней» по рекомендации одного из блогеров, как-то начало меня вообще выбило из колеи, вообще нифига не понятно. В общем, да, буду смотреть фильм и параллельно еще сижу в Инстаграм, ну, все как полагается для блогера. И ем, вернее, еще не ем, а делаю только гоголь-моголь. И сейчас пойду принимать ванну, и пока она у меня, в принципе, набирается, я помою свои кисточки, потому что они уже довольно-таки грязные. Помыла уже мои красавицы. И, кстати, из всего чехла, из всех кисточек, которые у меня там находились, грязных было всего лишь две. Вот этих трех кистей хватает мне вполне. Так что не знаю вообще, зачем я ношу вот эти кисти. Так, на всякий случай. Вот это, конечно, мне нужна. Я иногда брови ею расчесываю. Для губ иногда кисть, потому что я помады ношу. В общем, в принципе, на всякий случай, да, пусть будет. Кстати, этот набор я всегда ношу с собой в сумочке.